Друзья, всем привет! Помните, недавно я ловил плотву просто на русле Днепра, остановился и на русловом Днепре ловил нормальную плотву. Так вот, сегодня я выбрался на водохранилище на своей 360-й аквамании. И сегодня я хочу зайти прямо на середину водохранилища, включить свой эхолотик и найти по нему нормальную какую-то стаю бели. Стать там метров на 10, наверное, ну, где покажет бель, там и станем. И попробовать, что же можно словить просто на середине водохранилища на удалении там 15 километров от берега. Вы знаете, для меня каждый выход на этой лодке — это просто как праздник. Ребят, вы просто не понимаете, насколько это удобно, когда ты собираешь лодку именно под себя, когда она удобная, комфортная, и рыбалка становится намного комфортнее и приятнее. Кстати, это мой первый выход на этом комплекте, именно когда я рыбачу один. И просто дико интересно, сколько же она побежит со мной с одним, по скорости имею в виду. И сейчас мы это с вами с легкостью проверим. 35-36 километров, это по волне. Волна довольно-таки приличная, вроде бы и ветер не сильно дует, но волна именно катится. Ребят, вот нашел местность, смотрите, здесь вроде бы проблем с белой рыбой вообще нету. Здесь и станем. Дождь начался вообще. На сегодня синоптики не рисовали. Как обычно. Здесь свал с 12 на 8 метров. И стал я, удалось мне выставиться ровно посредине этого свала. Сейчас мы с вами стоим на 10 метрах. А вот она, моя сегодняшняя амуниция. Ведро, подтяганное уже жизнью. В двух местах где-то оно рыпнувшее. Набрал кучу прикормки, так как понимал, что буду кормиться по глубине. Взял сегодня фишдрим лещ. Ну, мало ли кто подойдет, это все-таки водохранилище. Ну и, конечно же, премиум серия также от Fishdream, это Fishdream Карась Халва. Одна из моих любимых прикормок, по карасю просто бомбезно, да и по плотве, по всему, собственно. Ловить я буду на такую зимнюю удочку. Сейчас мы для начала закормимся, потом оснастим удочку и будем пробовать опускать, смотреть, кто там внизу у нас живет. Я думаю, на старт нам хватит 2 килограмма. Сейчас бабахнем кило леща и кило карася. Замиксуем это дело. И мне кажется, будет просто шикарно. Ну, халва — это просто что-то с чем-то. Ух ты, блин. Чтобы угадать же. Все, ребят, замешался. Сейчас дадим ей настояться буквально пару минут. Пускай впитает хорошо в себя воду, но она потом лепится нормально. Я думаю так, надо лепить шары и просто под лодку и скидывать. Здесь течения нет, но если и есть, но очень-очень маленькое. Но, соответственно, это же течение и небольшой грузок так же само снесет, мне кажется, на эти шарики. Ну, а мы тем временем будем вязаться. Бабахну сюда грузок 6 грамм, вольфрамовая чебурашка. Поставлю такой крючок от Brain. Ну, примерно, если по совдепе, где-то около 5 номер. Так-то 8 вообще. Вот и все, снасть готова. Крючок получился чуть выше, сантиметров на 5 выше грузика. Все, ребят, теперь надо, наша задача — налепить шаров и закормиться. Я думаю, такими небольшими шарами надо кормиться. Вот так вот прям. Тогда их будет больше. Соответственно, ну, на 10 метров они ныряют, какой-то разброс у них будет. Не уверен, конечно, что так сразу рыба и соберется, но тем не менее, сейчас попробуем. По наживке. Ребят, по наживке у нас, ну, я думаю, стандартно, как для такой ситуации, это белый опарыш. Я вообще ехал сюда с упором на плотву и просто надеялся, что плотва будет намного красивее, чем на русловом Днепре в районе Кременчуга. Здесь и глубины другие, здесь и не такие прессованные места. Крючок, в принципе, небольшой, поэтому, я думаю, 3 опарика с головой хватит, чтобы хотя бы просто пробить ситуацию, что там творится у нас на дне. 10 метров — это как бы и немало, ребят. Переместился я, ну, совсем, можно сказать, немного. 25 километров я отошел от предыдущей точки, но там что-то с белью непонятно. Вроде рисовал, а потом встал, эхолотом свечу, ее вообще не видно.
Ну я на днях здесь рыбачил на судака и точно знаю, в каких краях есть бель. Правда, пришлось по водохранилищу нормально так марш-бросок сделать. Так, ну что, попытка номер два. Подзамешаемся. Здесь глубина 6 метров, намного меньше, чем на предыдущем месте. Вообще штиль такой, классно. Поставил удочку, сейчас пока будем ждать подхода рыбы на закорм. Я думаю, самое время и самому перекусить, потому что полдня я уже гоняюсь просто за этой белью. Вообще что-то не могу понять, где она делась. 22 минуты первого. В недавнем времени у меня появился вот такой вот наборчик от Shimano. Сейчас вам покажу. Такой типа как Аквамания у меня, но Аквамания у меня на 4 персоны, на 4 человека. А этот именно на двоих. Такая вот алюминиевая кружка, удобная. Полотенечко. Тарелка. Нож, вилка, чайные ложки, открывачка. Все дела. Но обед у меня сегодня прям таки царский. Ребята, вы помните, в одном из прошлых видео я собирал вешенку. Была рыбалка на карася у меня, и там еще половину видео я вешенки собирал. Вот они. Жена замариновала. Настолько бомбовая. Есть еще колбаска, хлеб. Ну и, собственно, сама вешенка. Есть. Есть. Уху. Уху. Да не, не сход. Ребят, что-то хорошее. Ух ты, а кто это? Ух, какая. Оху. Вот это батон. Ты шо просто. Ну, неожиданно. Я такую на Днепре не ловил. Ну, на Русловом. Офигенчик. Вот это плотва. Слушай, аж выхлюпывает. Вот так вот, еще не начал даже кушать. Просто зацените, какая плотва клюнула. Ну, даже зимой не всегда такую ловишь. Видели поклевка какая? Самозасечение. Чуть может поменьше. Очень достойная плотва. Так, ну. И все-таки я думаю, пускай, наверное, там чуть соберется, а я спокойно покушаю, потому что это же не еда будет. Блин, какие две штуки, просто жесть. Все, перекусил. Слушай, ну опарыша у меня не особо так много, если говорить о таком бешеном клеве. Ну, ладно. Я думаю, хватит. Есть. Хорош. Достойный экземпляр. Ребята, вы видите, поклевки не такие частые. Ну, клюет такая рыба, что я же говорю, я зимой такую плотву, блин, не всегда ловлю. Это я скажу больше, очень редко. Ты глянь. Слышишь, это по полкило плотва клюет. Ну, не полкило, ну, короче, очень матерая. Надо ее поднимать. Вот так вот надо поднимать, да. Вообще, вот это экземпляр. Передумал. Не, не передумал. Есть.
Ну тоже не монстр, но да, нормальная. Да не то, что нормальная, ребят. Очень хорошая плотва. И ты смотри, да, с нее прям кашка лезет. Вот именно она стала на корм и кормится. Видишь, правильная прикормка. Чуть-чуть надо было подождать. И, собственно, все. В принципе, если есть в акватории в этой рыба, то правильная прикормка ее обязательно соберет. Сказать честно, ну, такая рыбалка мне намного больше, чем предыдущая, на плотву нравится. Когда ты сидишь, у тебя одна поклевка там в 2-3 минуты. Ну, где-то так в среднем. Но зато плотва вся такая калиброванная. Прям, ну, мелочи вообще нет. Я не могу понять. И сыпуха вроде бы такая, ну, знаешь, пропылила 100%. Мелочи нет, и тупо крупная плотва. Да иди ж ты сюда, сколько же я тебя ждал. Ребят, в этот раз, ну, наверное, минут 10 точно я просидел. Ну, зато это награда. Я еще на такую рыбалку не попадал, чтобы просто сидеть вот так вот на зимнюю удочку, вот таких батонов тягать с лодки. Просто жесть размер. Но тут без преувеличения, тут же не натянуто, ребят, вы сами видите, какая плотва. Просто царь плотва, капец. Да не, вы знаете, на крючке решил, крючки впиваются очень хорошо. А вот кто-то, смотри, иди сюда. Да ну шикарная, вообще просто. И поклевка такая еле-еле заметная, вообще жесть. Ну кто ты там? Дельфин просто. Слушай, у нас на псле оглавлей таких сейчас ловят. Да и не только сейчас, летом. А тут плотва такого размера. Вообще просто. Мимо. А ну-ка. Вернется? Да. Есть. Есть, и причем очень хорошая. Слушай, это подналадилось с клевом. Такое, как отошла плотва, сейчас зашла прям нормально. Ой, хорошая какая. Это просто жесть. Динозавры сегодня клюют. Так, ребят, честно, хоть бы одна попалась мелкая. Ну, реально ж нету. Смотри. Офигенчик просто. Короче, ребят, я психанул и решил перевязать крючок, потому как было еще два схода, понимаете, и сходы прям такой хорошей рыбы. Сейчас поставлю КР-28 Fine Mini 10 номера с длинным цевьем, будет удобно наживляться мне. Ну и, собственно, сам крючок чуть побольше будет. Снасть я перевязал, еще бы в идеале поменять бы воду рыбе. Это другое дело. Во-первых, удобно наживляться. Я парика 6 штук сюда бахнуть. Плотва крупная, в принципе. Вот так вот. Я думаю, сейчас все будет замечательно. Исходов больше не будет. Давай. Есть. Ну, теперь ты никуда не денешься. Хорошая рыба. Да, было пару сходов такое, короче. Ой, это вообще хорошая плотва. Да, красавица. Ну, теперь с такими крючками шансов у нее практически нет. Хорошая бёха. Ребят, ну согласитесь. Аля, просто. Блин, уже пол лодки мокрая. Чудит здесь. Чем бы ее накрыть, а? Да ты смотри, по губам дал. Да иди ж ты сюда. С третьего раза, блин, попал. Ой-ой-ой-ой, это заводит. Ну, покажись.
кабан. Да-да, плотва кабан, реально. Ой, хорошая. Слушай, ну одна лучше другой. Ну упор такой дает на руки. Ох, вообще красота. Смотри, какая, ребят. Просто как караси, блин, плотва. Жесть. Крючки удобные, так классно доставать. Смотри, какая. Вся крупная. Ох. Вот это просто вообще монстр какой-то. Да. Тихо. Погуляй чуть-чуть. Ну да, за самый-самый кончик. Смотри, раз и все. Хорошо, что с пониманием дела вываживал ее. Так бы просто сошла, если бы на гора побрал и все. Друзья, ну что, буду я, наверное, на сегодня закругляться. А, не потому, что не клюет. Клев, в принципе, хороший. Клюет постоянная, клюет крупная плотва. Я и так слегка переловил, потому что, ну, последнее время, последние полчаса я сидел, просто в кайф ловил. Невозможно остановиться, когда такой упор, такая крупная плотва. Смотрите, вот у меня получилось практически полное ведро. Ребят, зацените просто вот этот размер. Какая рыба сегодня клевала. Ну, это просто жесть. Но были очень хорошие экземпляры. Вот так вот, если посмотреть. Да, в принципе, вся плотва хорошая. Я за сегодня выпустил, наверное, штуки две. И то тоже неплохие, в принципе. Рыба у меня, в принципе, в целости и сохранности. Она у меня вся живая, потому как я воду здесь, наверное, раза три менял в ведре. Поэтому сейчас я часть рыбы отпущу и немного с собой возьму домой на засол. Не, правильно, на завялить. Вот так будет сказать, потому что вяленая, но самая тимовая рыба. Представьте, ребят, такая плотва, если ее завялить. Да, она не икорная сейчас, но тем не менее, это такая бомба будет. Тишина на водохранилище, ребята, такая красота. Сидишь просто и хочется дышать полной грудью. Ребят, не забывайте ставить лайк под видео, кому, естественно, оно понравилось. Поддерживайте канал, это для меня, как для автора, очень важно. Ну а на сегодня все. Всем пока.